По итогам реализации программы формирования комфортной городской среды в регионе в 2017 году было благоустроено более 160 дворов и 19 общественных территорий. Всего в данной программе участвовали 7 муниципалитетов – Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Барыш, Инза, Сенгилей и поселок Силикатный. На благоустройство этих территорий было выделено более 300 миллионов рублей. Для нас важным является то, что в части региональной финансирование в следующем году увеличено в 2 раза. По сравнению с текущим годом. И это даст нам возможность не только 7 муниципалитетов, которые в этом году участвовали в программе, но и начать общественные территории благоустраивать, обсуждать с жителями во всех муниципальных образованиях, для первого этапа в районных центрах. На данном этапе важным фактором является привлечение к участию как можно большее количество граждан. В этом году было вовлечено более 60 тысяч граждан, поэтому уже в следующем году с их помощью будет проработана стратегия о приоритетных территориях, которые будут благоустроены. Активность есть, больше 140 заявок, то есть люди готовы участвовать в ремонте, в том числе и с финансированием в определенном проценте все эти работы. И как мы знаем, при таком варианте гораздо эффективнее проходит ремонт и контроль, опять же, со стороны собственников выше, и затем, скажем так, меньше фактов вандализма на этих территориях, поскольку люди приложили свои усилия где-то и свои финансы вот к такому ремонту. Также особенностью следующего года будет участие в программе ТОСов. С каждым годом увеличивается количество территориальных общественных самоуправлений, поэтому данный шаг только укрепит их значимость. Вы не видите, наверное, какой ажиотаж сейчас творится по созданию ТОСов. В Минюсте очереди стоят и не могут ничего, как сказать, не успевают даже регистрировать. Потому что люди поверили. Они верят, что действительно благодаря вот этой комфортной городской среде, что их дворы будут лучше. До 31 марта во всех муниципальных образованиях, где проживает свыше 1000 человек, будут приняты муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на ближайшие 5 лет. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.